Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики моего канала. Сегодня у нас с вами урок вязания, на котором вы научитесь выполнять вот такой ажурный узор. Посмотрите, пожалуйста, я связала достаточно большой образец, чтобы вы могли рассмотреть его внимательно. Вот такое ажурное полотно у меня получилось. Я вязала из достаточно средней толщины пряжи, где-то из расчета 300 метров в 100 граммах и крючком 3,5. Этот узор не имеет лицевой и изнаночной стороны. Абсолютно одинаково выглядит и с одной стороны, и с другой стороны. Что, кстати, очень хорошо для вязания палантинов, шарфов. Также этот узор подойдет для вязания кардигана, джемпера или летней маечки. В зависимости от того, какую пряжу вы выберете, например, если вы для летней маечки возьмете тонкую пряжу, то и, соответственно, сами вот эти элементы узора будут меньшего размера, но в целом будет выглядеть также красиво и ажурно. Если вы вяжете палантин, обратите внимание, здесь цепочка воздушных петель в начале. И свое вязание вы также закончите цепочкой воздушных петель, и у вас палантин приобретет вид прямоугольника. Я бы советовала все-таки вязать этим узором вертикально. Горизонтальное вязание, думаю, что это не подойдет для этого узора, но вертикальное вязание это именно то, что нужно. Посмотрите, пожалуйста. Также я думаю, что таким узором можно связать вещи на полную фигуру, потому что здесь прослеживаются вертикальные ряды. Вот как вы видите, вот ряд, вот и так далее. Еще раз давайте внимательно посмотрим на этот узор. Вот я приблизила. Вот так он выглядит. Я надеюсь, что мой урок, который сейчас я проведу, для вас будет полезным, и вы с легкостью свяжете себе какую-то вещь, ту, которую вы захотите, именно этим узором. Итак, давайте начнем урок. Сегодня урок вязания по этой схеме. Ранее мы с вами эту схему очень подробно рассмотрели. Под этим видео я оставлю ссылочку на тот самый урок, где мы с вами эту схему прочитали. А сейчас приступим к вязанию. Для того, чтобы связать этот узор, я использую пряжу из расчета 300 метров в 100 граммах и крючок номер 3,5. Этого узора 9 петель. Вот от этого столбика до этого. Это 9 петель, здесь 9 и здесь 9. Прежде чем связать какую-то вещь из этого узора, обязательно свяжите образец. Но в данном случае образец, как вы видите, состоит из 3 раппортов, и я думаю, что для образца это вполне достаточно. Набираем цепочку из воздушных петель. 3 раппорта, это 27 петель, и еще мы с вами должны сделать кромочные. Кромочные — это вот этот ряд и вот этот. Это кромочные. Я их так назову, мне так удобнее. Итак, набираем 27 воздушных петель и еще плюс 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Я набрала цепочку из 29 воздушных петель. Теперь нужно сделать
3 воздушные петли подъема. В этом случае я просто свяжу еще дополнительные 3 воздушные петли. Дальше, вот от этой петли, если посчитать, 1, 2, 3, 4, 5, то в пятую петлю мы должны поставить столбик с одним накидом. Итак, считаем. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Вот сюда. Столбик с одним накидом. Вот так. Дальше провязываем 3 воздушные петли и одновременно внизу также пропускаем 3. И после этого столбик без накида в четвертую. То есть 3 пропускаем внизу, 3 наверху вяжем и в четвертую петлю столбик без накида. Итак, 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Внизу пропускаем 3. 1, 2, 3. И вот в эту четвертую столбик без накида. Вот так. Теперь обратите внимание, есть особенность этого узора, то, что здесь вяжется пико прямо внутри самого узора. Сейчас мы с вами выполним пико. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Далее я захватываю вот эти 2 ниточки, первая и вот эта вторая, и пико вот здесь буду соединять. Вот так и вот так. Вот получилось пико. Дальше снова 3 воздушные петли вяжем. 1, 2, 3. И внизу тоже пропускаем 3. То есть вот сюда связали столбик без накида, 3 пропустили, и в четвертую столбик с одним накидом. 1, 2, 3 пропускаем, и в четвертую столбик с одним накидом. Вот так. Далее еще один столбик с одним накидом. Следующую петлю. Причем посмотрите, из цепочки вы захватываете 2 ниточки. Дальше повторяем наш раппорт. 3 воздушные петли. Внизу пропускаем 3. 1, 2, 3. И в четвертую, захватывая 2 ниточки, провязываем столбик без накида. Дальше пико, 3 воздушные петли. Еще раз посмотрите, пожалуйста. Я захватываю вот эту ниточку и вот эту. Через них провожу основную нить и через петлю, которая на крючке, тоже протаскиваю нить. Вот получается пико. Дальше 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Внизу пропускаем. 1, 2, 3. И в четвертую столбик с накидом. Дальше новый раппорт, уже третий. У нас с вами образец из 3 раппортов. Начинаю следующий раппорт. Снова 3 воздушные петли. Пропускаю внизу. 1, 2, 3. Сюда столбик без накида. Так. Теперь пико. 1, 2, 3. Снова 3 воздушные петли. И сейчас будем заканчивать наш образец. 1, 2, 3 пропускаем. В четвертую провязываю столбик. Тем самым третий раппорт я провязала. И сейчас провяжу вот этот кромочный столбик. Вот таким образом. У нас с вами получился первый ряд. Теперь будем вязать следующий ряд.
нам нужно сначала сделать 2 воздушные петли. Вязание повернули, 2 воздушные петли вяжем, первая и вторая. Так, дальше 2 столбика без накида. Первый столбик. Вот над этим столбиком вяжем. А следующий столбик вяжем, захватывая арку. Итак, провязали 2 столбика без накида. Теперь все очень просто. Теперь вяжем 5 воздушных петель. И снова столбик без накида с захватом арки. 1, 2, 3, 4, 5. И теперь следующую арку захватываем снизу и вяжем столбик без накида. Дальше тоже просто 2 воздушные петли и снова в следующую арку столбик без накида. То есть 2 воздушные петли будут вот над этими 2 столбиками. Так, 2 воздушные петли и в следующую арку столбик без накида. Вот. Вот так получается. Дальше точно так же вяжем до конца ряда 5 воздушных петель. Они у нас с вами образуют арку вот над этим пико. Снова столбик без накида. Теперь делаем маленькую арочку из 2 воздушных петель. И снова столбик без накида. Вот так. И заканчиваем наш образец. Еще раз провязываем одну большую арку из 5 воздушных петель. И посмотрите, как вы будете заканчивать край изделия. Посмотрите, я сейчас провязала вот этот столбик без накида. Вот он. И должна провязать еще 2 столбика без накида. Первый из них ровненько над столбиком предыдущего ряда. А третий вот здесь над третьей петлей. Так, но я здесь, пожалуй, вот таким образом сделаю и немножечко больше вытяну нить и провяжу столбик без накида. Вот сейчас я провязала 2 ряд, и мое вязание выглядит вот так, вот таким образом. Теперь посмотрим, как вяжется 3 ряд. В 3 ряду очень много столбиков с одним накидом. И все они вяжутся, захватывая вот эту арку из 5 воздушных петель. Посмотрите внимательно. Вязание поворачиваем. 2 воздушные петли. Так. Столбик без накида. Ровненько вяжем над столбиком. Вот сюда. Столбик без накида. Так. И сразу начинаем вязать столбики с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 столбиков с одним накидом в эту арку. Вот она у нас арочка. И вяжем 9 столбиков. Первый. Второй. Вот видите, я арку захватываю. И получается достаточно красиво. Так. Вот таким образом. Всего 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот я провязала 9 столбиков.
Теперь сразу должна провязать вот в эту маленькую арочку 2 столбика без накида. Вот она, наша маленькая арочка. И сюда 2 столбика. Таким образом. Вот так. Дальше я вязание буду повторять. Снова заполняю арку. Провязываю 9 столбиков с одним накидом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Так. Вторая арка заполнена. И снова 2 столбика без накида в маленькую арочку. Вот так. Ну и заключительный раппорт. Снова 9 столбиков с одним накидом. И заканчиваем таким образом. Вяжем просто 2 столбика без накида. Первый столбик и второй столбик. Итак, провязан третий ряд. Вот как получается. Теперь свяжем четвертый ряд. Здесь мы должны сделать 3 воздушные петли подъема и сразу столбик с одним накидом. Вязание поворачиваю. Итак, 3 воздушные петли подъема и сразу столбик вот сюда. Столбик с одним накидом. После этого я буду снова вязать то же самое, что во втором ряду. То есть 3 воздушные петли, столбик без накида, пико, 3 воздушные петли. Но здесь, посмотрите, мы с вами вязали 9 столбиков с накидом в предыдущем ряду. И чтобы определить середину, мы должны пропустить 1, 2, 3, 4 столбика. И в 5 столбик будем провязывать столбик без накида. 1, 2, 3 воздушные петли и теперь ищем серединку. 1, 2, 3, 4 вот 5 столбик с накидом предыдущего ряда и провязываем столбик без накида. Теперь пико, как и в предыдущем втором ряду. Так. Захватываю вот эту нить и следующую вот так. И вот так протаскиваю. Получается у меня вот такое пико. Теперь снова 3 воздушные петли. Так, а здесь мы должны связать 2 столбика с одним накидом, каждый над столбиком без накида предыдущего ряда. Итак. У нас было 2 столбика без накида в предыдущем ряду. И мы вот так и провязываем. Первый столбик с одним накидом и рядышком второй. Вот так получается. Дальше я буду повторять то же самое. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь пико.
Раз, два, три. Здесь уже считать не нужно, и сразу провязываем 2 столбика с одним накидом. Раз и два. И еще один раппорт. Раз, два, три, четыре. Вот пятый столбик сюда. Провязываем столбик без накида, пико. Раз, два, три. И в конце этого ряда 2 столбика с одним накидом. И следующий столбик. Все, этот ряд мы закончили. Вот уже видно, что узор у нас с вами хорошо получается. Теперь посмотрите, пожалуйста, вот следующий ряд мы свяжем точно так же, как здесь. Вот этот был третий, если считать первым рядом вот эту наборную цепочку. Точно так же вяжем здесь арки. Большую арку из 5 петель, 2 маленьких, маленькую из 2 воздушных петель, потом снова из 5. Вот этот ряд здесь полностью повторяется. Полностью повторяется. Сейчас я его свяжу. Так, значит, здесь мы должны с вами в начале ряда 3 столбика связать сначала 2 воздушные петли и 2 столбика, 2 воздушные петли подъема и, соответственно, 2 столбика. Первый столбик, второй столбик. И снова большую арку из 5 воздушных петель. Так, здесь столбик без накида, арочка из 2 воздушных петель и снова столбик без накида. Теперь арочка из 5 воздушных петель, столбик без накида, арочка из 2 воздушных петель, столбик без накида и арочка из 5 воздушных петель. И вот тут сейчас буду заканчивать это вязание 3 столбиками без накида. Первый я связала, второй и третий. Так, вот этот ряд у нас с вами готов. Ну и следующий ряд провяжем точно так же, как ряд, в котором мы вязали по 9 столбиков с одним накидом в арку. Посмотрите. Сейчас я буду вязать этот же ряд. Вот у нас большая арка, вот маленькая, вот большая. То есть сюда в большие арки провязываем столбики с одним накидом по 9 столбиков, а в маленькие арки будем вязать по 2 столбика без накида. Вот таким образом. Посмотрите, пожалуйста, я провязала в соответствии с этим образцом, который у нас на схеме, провязала еще немножечко, и у меня получился вот такой вот узор, вот такое маленькое вязаное ажурное полотно. Как вы видите, смотрится точно так же, как и на схеме. Все элементы очень четко просматриваются, и полотно достаточно красивое, ажурное. Если у вас есть вопросы по вязанию этого узора, пожалуйста, задавайте их в комментариях, я обязательно вам отвечу. Надеюсь, что этот урок для вас полезный оказался, и вы свяжете замечательную, красивую вещь. Всего вам доброго!
До новых встреч!